Евангелие Иисус говорит о том, что зерна и плевела будут расти вместе, и что в конце времен их будут разделять сами ангелы. Мы не разделим себя сами, ангелы отделят зерна от мусора. Но, видите ли, и в этом случае нам следует проявлять осторожность, потому что использованное в данном отрывке слово «ангел» – это греческое слово «ангелос», которое означает «посланник». Каждый раз, когда вам встречается слово «посланник», как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, возможны три толкования. Порой подразумевается Христос, верховный посланник, как говорится о нем в книге пророка Малахии, глава 4, «посланник Завета». Это слово также переводится как «ангел». Но в данном случае оно не может означать ангела, потому что Христос не ангел. Ангелы служат посланниками, так же, как и люди. Спросим себя, кто собирает урожай? В начале сбора урожая Пятидесятницы, который начался с Пятидесятницы в 33-м году нашей эры, Христос сказал, что нивы побелели и поспели для жатвы, пора посылать жнецов. Кто собирал урожай? Ангелы занимались этим или люди, верующие, которые служили посланниками Господа? Мы понимаем, что это, конечно же, были люди. И в Евангелии от Матфея, глава 13, когда говорится об ангелах, собирающих урожай, на самом деле урожай собирают не ангелы. Речь идет о периоде позднего дождя, когда мы, верующие, собираем урожай из неспасенных людей мира.
И в Библии говорится, что нивы побелели и поспели для жатвы. Пора посылать жнецов. Кто собирал урожай? Ангелы занимались этим или люди, верующие, которые служили посланниками Господа? Мы понимаем, что это, конечно же, были люди. И в Евангелии от Матфея, глава 13, когда говорится об ангелах, собирающих урожай, на самом деле урожай собирают не ангелы. Речь идет о периоде позднего дождя, когда мы, верующие, собираем урожай из неспасенных людей мира. И в Библии в Откровении, глава 7, сказано, что великое множество, которого никто не мог перечесть, облаченные в белые одежды, вышло из периода великой скорби. Вот тот сбор урожая, который идет сейчас. Собирая урожай, мы проповедуем истину Слова Божия, и именно Слово Божие осуществляет разделение, ибо нам было дано повеление покинуть церкви. А те, кто отказывается покинуть церковь, или те, кто не был изгнан из церкви, если они непреклонны в желании оставаться там, и если они все еще будут там, когда вернется Христос, это служит подтверждением того, что и они узнают об этом, что они были плевелами, потому что они не подчинились повелению Господа.